Татьяна Саватеева приходит к вечному огню практически каждый год, всегда с огромной благодарностью за мирное небо над головой. Для нее и ее семьи праздник День защитника Отечества – один из главных. Ему посвящает стихи. Мы каждый год стараемся отметить такой большой, самый главный, наверное, праздник страны, потому что не было этих солдат, которые сложили головы за Родину, за нас, на нас тоже, конечно, тоже бы не было. Традиционно в этот день площадь у Вечного огня Мемориала Славы собираются ветераны боевых действий, представители активного долголетия, депутаты на митинг, чтобы вспомнить. Вспомнили о тех, кто отстоял Отечество ценой своей жизни тогда, в 41-м, и кто сегодня охраняет рубежи нашей страны от новых угроз, про преемственность военных традиций и не только. Все завоеватели, которые захотели захватить наш народ, были отброшены, разбиты и уничтожены. На протяжении всех веков Россия показывала мужество своего солдата. На вокзальной площади Одинцово праздничное настроение создавали музыканты образцового оркестра сухопутных войск. Отлично! Подпеваем, чему знаем. Приятно были удивлены. Эмоций очень много, и все очень хорошее, очень радостно, приятно, аж вот прям до слез. Татьяна Верняковская, Денис Харламов, телекомпания «Одинцово».